Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 429 упражнение. Прочитаем задание. Поиграем в беглые гласные. Участвуют две команды. Представитель одной команды называет слово, в котором возможно чередование с беглой гласной. Представитель другой команды говорит нужное слово. Итак, сон – сна, зову – звать, ров – рвы, беру – брать, лев – льва, лен, льна, вогнать, вогну, собрать, сбор, подогнуть, подгибать, надорвать, надрыв, отозваться, отзыв, подарок, подарки, овражек, овражка, прекрасен, прекрасны. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.